Всем здравствуйте. Вот, собственно, здравствуйте еще раз всем. Привет, давно я не был в роли основного хостера, так сказать, матча. Соскучился чуть-чуть, всем приветики. Сегодня мы будем наблюдать за топ-матчем группы Б. АССР против Игнис сегодня. Будет очень интересно. С вами Олег Вайпер. Добрый день. И Егор Егорка. Здравствуйте. Вот. Ну что тут будет? Тут будет заруба. Будет мясо. Будет трясучка. Либо же какая-то мега уверенная игра. Наверное, все драма, в книжку. Драма, же. Да. Нарушение правил, споры, семейные разборки. Все должно быть. Фриз какой-нибудь очередной. Пересмотр ВАР. Это не спам. Вот. У нас тут чатики. Муги, Жерс. Надеюсь всех увидеть тут Марокко, Хорватия, типа 0-0, да? Неплохо. Да, так, у нас это зачем? У нас параллельно теперь чемпионат мира еще идет. Смотреть его у меня лично не получается. Поэтому я узнаю все от вас, мои дорогие друзья. Очень рад этой новости, этим новостям. Можно даже и не смотреть. Вот. Но давайте, наверное, на поляну. Вот, мы напаляли. Цвета у нас помененные. Угу. Что, Олег, что ты, будешь ли ты предсказывать какой-то ход действий сейчас? Ой, ну, вообще, как я вижу игру, по идее, СССР должны забирать. Просто тут, опять же, фактор молодого человека одного, который может, в принципе, все. Но посмотрим, как игра сложится. В составе Игнис есть много техничных игроков. Если они сыграют уверенно, то будет интересно. Да, наверное, согласен. Я с предыдущим оратором. Очередной матч «Фактор Ника», ну, как и все остальные. Но тут зависимость, конечно, от того, в каком моральном и психологическом состоянии будут находиться их соперники. Да и напарники Ника тоже. Я думаю, им тоже будет достаточно волнительно. Вот мы уже можем наблюдать состав красных сегодня. Это Никас, Даняша, Дед Маус и Дед. Половина состава в целом, я думаю, должна справляться там с какими-то нервами. Их, наверное, уже и не должно там быть. Ребята опытные, Дед Маус, Ника. Но что не скажешь про Деда с Даняшей, у которых может немножечко там заиграть в каком-то месте. Вот. Ну, сказать про Дед Мауса, у него мало опыта в поле. Ну это вот немаловажно. Да, это немаловажно здесь... все-таки. Да, можно это зачесть. Тем временем в составе синих у нас сегодня Фукардик, Фоксойч, Тима Кубзи, Люкса нет. Скажется ли это опять ключевым или нет, посмотрим. Но прошлый матч, какой уж мы комментировали-то, Игнис против... Лемонс, да, и... Кто там обе-то заграл в итоге? Лемонс, что ли? Лемонс, да, Лемонс. Но у Нигас была равная борьба, были шансы. Тоже там неплохо они этой четверкой сыграли. Думаю, сегодня тоже могут показать. Игра у нас тем временем уже стартанула. Да, и был первый опасный момент даже от Ника. Но защитники справились. Сейчас держит синие шайбы на своей зоне, пытается выйти из прессинга, пока не получается. Никас их всех накрывает. Ну вот, неплохо здесь. В Кубзе, на Фоксойче. Ух ты.
как сходу он бросает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И открывает счет Игнис. Тут Даняша неуверенно сыграл как-то. Не очень сейчас повезло. Выбивал Даняша из ворот, но выбил свою штангу. И 1-0. Контратака. Даже не контратака, а... Ну, вышли из защиты, из своей зоны синей. Получилось провести атаку. Фоксович отлично в касании. Дед Маус. Да, хочется сказать Дед. Дед Маус шайбы переводит на Ник. Ника оставили одного. Вот у него есть простор сразу на деда. Дед принимает и выдает. Выдает сразу же вход Ника, но там быстровато шайба в него полетела. Чего? Кто подумал? А, ты про сирен, наверное. Ладно. Ой, здесь... Момент такой. Не повезло немного. Кубзи вроде, да? Да, это был Кубзи. Маус простреливает на деда. Кубзи перехватывал, но перескочила, наверное. Да. Его шайбу. Клюшку. 1-1. Размочили счет сразу же обе команды. Егор, ты зачем Серго дурой назвал? Я не... Да не его я назвал. О, да все, ну не докажешь теперь. А это не он, я и не его назвал, я Тиму назвал дурой сегодня, это мы на ранкеде играли. Это я Тиму обзывался. Так что Серг... Почему, Серг что? Лох, не дура, а лох. Тем временем, Тима с шайбой. Бросок, ну низом такой, слабенький, непонятный, но здесь... Наверное, любой будет опасный бросок. Тем временем выскакивает шайба в Никаса, но не получается у нее обработать. Кубзи выносит на Фоксовича. И Тима там впереди. И неплохо. И неплохо получилось-то в итоге. Тима выходит. Ой, что же ты как-то... Ой-о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 й. Ну, что там произошло вообще? Тима здесь как-то очень интересно решила забить. Но ему помогли. Дед, да. Молодец. Дед добил. Дед доел. Дед ну, добил. Все-таки в межсезонье он изначально оказался в Игнис, поэтому... Старые связи, да? Ну да, да. Скажите, пожалуйста, по балансу голосов, сирен, о том, не знаю я, мне кажется, Вайбер погромче, да? Есть ощущение. Если что, убавим сейчас. Фоксович здесь на Кубзе. Получается, дед будет первым. Дед Маус, извините. Дед Маус на Ника. Никас перевод на деда, но Фоксович там удержал позиции. Переводит на Тиму свободную. Неплохо разыгрывает пока что синие. Больше шайбой. Ну, это их основной стиль. Они очень любят как IC подержать шайбу в своей зоне. И уже... длинными передачами разыгрывать атаку, вот как сейчас вот Фоксович вывели. Ну, это тактика, они ее придерживаются, и она работает пока. А вот здесь какая передача, Ник не свойственна для него, он не принимает шайбу спиной. Да. Дошел Ник до такого момента, что его ошибки — это его главные моменты. То есть больше удивляет, что он ошибаешься, что он не ошибается. Поэтому, возможно, иногда кажется, что как-то тут говорят, странно что это звучит. Погромче, чем Вайпер ты, получается. Но тут, мне кажется, да, я видел это. Сейчас будет мясо. Я вам сейчас закрою нахер все. Спасибо. Все. Я открыл. Вот настолько я убавлю пока что. Прикольно. Вот. Тем временем момент. Я тут зашел. Даняш, там сейф. Дед Маус на деда. Будет, 5 секунд осталось, да. Есть время. Есть время для атаку. Удара, для прострела, но вяленько. Ну, вяленько. И 2-1. Прям, да. 2-1, пока. Ну что ты вот скажешь? Что? Как-то вот от СССР вообще не уверена пока что игра. Согласен, согласен. Пока Игнис больше уверенности вселяет, не получается подержать и как-то
повладеть шайбой у красных и атаки. Ну, даже вот быстро. Эта последняя передача от деда. Ну, ну да. Ты сам все видел. Бояться пока что, по всей видимости. Ух, здесь, здесь хорошая Никаста, передача. Да, на деда, да. Мауса. Опять пас на Ника. Он обратно на деда. Открывается Ника под ним же. Ну, дед, может, и неплохо и... придумал, но ошибся. И Фоксович здесь отлично подсторожил момент и реализует. Реализует свой момент. Сегодня было много у него проблем в матче с Лимоном. Очень много он не забил. Хотя мог. Ну, короче, молодцы. Пока. 3-1. 3-1. Пока. Пользу здесь. Поувереннее. Это все выглядит. Что не скажешь о красных. Здесь Ника перед воротами. Все стреляет. Стреляет. Да. Штанга. И опять есть возможность контратаки. Нет. Закрывает в итоге. Там, слушай, Ника, ну вспомнил. Очень много ошибок у красных. Вот даже сейчас дед в безобидной ситуации полетел, чуть не привез шайбу, а прям опасно было. Есть Фукардик потащил. Здесь тащит, да. И контратака. Очень отлично, там, по-моему, Кубзи выкинул на Фоксович очень быстро и очень точно. И дошло дело до броска, но во внешнюю сторону. Ну тут, опять же, то, что я и говорил в матче с Лемонс, у Игнис какого-то последнего пасса в таких ситуациях не хватает. То есть, ну, броски синие, это как-то не креативно. Можно что-то попробовать все же. Так. Фоксович на Кубзе примет? Нет, не примет. Дед будет первым. На Ника. В целом, тактика СССР не очень оригинально, но она тоже работает. Нужно просто как можно быстрее доставить шайбу Никусу, а дальше он сам решит, что будет. Я думаю, как раз там нужно пару шайб забросить, чтобы почувствовать. Ну, вот, не получается, да. Вот но пока, пока что шайба все-таки у синих преимущественно. Были попытки. Здесь выход два в одного. Да, были попытки. И тащил Фукарик. Здесь выкатывает на деда Никас. И, пожалуйста. Все-таки забивают. Забивают. Дед здесь тоже как-то прям так со страхом как будто бы к этому подходил удару. Даже по движениям клюшки видно ну было. Ну да, да. Он то есть так неуверенно страшновато бросал. Ему было. Ну и несвойственный пас от Никса, мне кажется, в этом моменте. Я думал, что он побольше захочет сделать счет, прежде чем играть в хоккей. В какой-то командный. Вот здесь на тоненького разбирается. А вот здесь и, красиво. Да. Здесь хорошо было. Ника на деда. Дед здесь выкатывает прям в Ника обратно. Здесь неплохо, да. Классически. Говоря про прошлый эпизод, Ника уперся в правую сторону. Ему некуда было деваться, и поэтому нужно было отдавать передачу, что он и сделал. Здесь Ника потеряли. И броски от него из этой позиции очень опасны, но сейчас не попал. Вот пару моментов у красных, и вот, наверное, полторы минуты они потаковали и сравняли счет. Тима здесь проходит по флангу. Бросок, да в целом неплохо, отскок не получается конвертировать в момент. Фоксович на Кубзе. Кубзе принимает, но там борьба, но дед выходит. Маус. Ник открылся. Ну, может быть, даже на деда стоило, возможно, отдавать на вторую линию атаки. На вторую волну, не знаю, как она правильно называется. Кубзи здесь в свободную зону попытался. И кто там будет первым? Это Маус. Первым. Ника здесь освобождается. Опять у него простор. Хороший пас на деда. Ух. И неплохая попытка. Ну, такая. И дали место Ника, может потянуть даже, но нет. Двое все-таки накрыло. Подстраховка была. Данеша ФК стоит. Я думаю, он просто оставил шайбу Дед Маусу от греха. Ну да, такие вратари наши нового поколения, так сказать, они
почему-то боятся в шайбы играть. Здесь ошибка Тима, но идея есть, въезжает в Ника просто. Я думаю, на планерке там вспомнят этот момент. Дед Маус на деда, дед на Ника, но Фоксович там. Но не очень удачно, кто же успеет. Наверное, Кубзи первый. Разворачивается. И даже Ника, если ошибается в прессинге, очень много места Кубзи оставил. Такой попытка броска, там, да, Даниш, спокойно. И будет у Тима момент для прострела, там Фоксович на воротах. Нет, дед прикрывает. 3-3. Ну смотри, да, игра шла в пользу Игнис. Ну и в какой-то, да, момент. Как минимум вот, полуигры. Но здесь получилось. Было пару моментов, да, пару моментов. Создать пару моментов, и да-да-да, согласен. И уже немножечко подсели синие. Ну, сейчас опять было несколько попыток. Наблюдаем, наблюдаем. По счету равно, по игре в целом тоже. Можно, наверное, так назвать. Может, чуть-чуть с цельным преимуществом Игнис по игре. И вот момент. Их, там неплохо Даняша сработал. Тиму было, возможно, даже слишком много времени. Но не было скорости. Ой, Фукардик ошибается. Пустые ворота, дед может забивать. Ой-ой-ой-ой-ой. Фукардик. То ли вот. Спиной, то ли уже лицом у меня там прозрачные тела. В развороте он как-то в прыжке в развороте. Ничего не видел, но здесь хаос какой-то. И непонятно, когда же шайба залетела. Три игрока Игнис до воротах стояли. Три игрока Игнис, и никто не смог задеть эту шайбу. Забавный момент был, но отличный сейф от Фукардика. Жалко, что не превратился в... Не в гол, так сказать. 4-3. Игнис впереди. Ника здесь уже из глубины пытается. Дед Маус открывается, но он на деда. Думаю, сейчас будет ждать обратную. Ну, слишком неоригинально, я думаю. Даже Кубзи знал, что сейчас будет происходить. Но здесь, опять же, выходит 2 в 1. И отличная реализация от деда. Ну, поплыли Игнис, это видно. Начали оставлять красных по одному. Да. Потеряли. Потеряли концентрацию, на мой взгляд, тоже. Вот Панда у нас пишет, как с лимонами. Игнис вроде сильнее, а потом раз и проигрывает. Привет, жуч. Вот. Дед на Ника, там дед вообще один. Дед Маус на Ника, дед... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ищет. Установка у деда, конечно, такая прям. Искать Ника. Ну, и Ника делает все, чтобы эту передачу получить. Позиционно, конечно, играет он отлично. Оставляет на Дед Мауса. Ну, немножечко уже и времени здесь подтягивает. Вот уже шайба у красных. Хорошая передача. Ну, Фукардик прочитал момент, выкатился, и деду деваться было некуда. Ух ты! Вот даже опасно было. Да, создает момент из ничего. Фоксой сейчас неплохой бросок был. И здесь блокирует вынос вратаря. Но Кубзи здесь нет. И Тима задом едет на двоих. Нет, не разобрался. Бум. 6-3. Потерялись. Игнис. Ну, если проводить аналогии с игрой против Лемонс для Игнис, у Игнис были моменты и в концовке, и вообще по всей игре они были лучше. Но говоря про эту игру конкретно, СССР во второй половине матча доминирует. Это, думаю. Да. Ну, да. Не прям доминирует, но они лучше. Ну, перевес владения шайбой и моментов точно сдвинулся. Это и по счету видно. 3 гола в первой половине матча от Игнис. Потом перевес. Очень часто они такие голы забивают. Пожалуйста. Это уже запросы. Комбинация двух F. Фукардик и Фоксович. Уже были такие голы от них. 6-4. Ой, здесь Даняша ошибается. И Фоксович. Сирена не играть, доиграть не успел. И, ну... Ну, близко был. Штангу попадает. Фоксович. Был бы интересно сейчас. И вот уже и ответ. Игнис.
уже несколько опасных моментов прямо за одну минуту. Обычно такие моменты, они переломные. Да. Если не забивать такие, то можно считать, что игра проиграна. Но посмотрим. Есть хорошая передача от деда на Ника. Красиво. Классика жанра. Дед классно отдал на Ника. Здесь очень тонко все. На психологии. Разобрался с вратарем. Бросил медленно в ближний угол. 7-4. Еще один наброс на красные ворота. Ну, там три защитника, три человека там было. И Ника впереди на двоих. Обыгрывает одного. Выходит на ударную позицию. Ну, прям очень просто. Ну да. И дед здесь... Не сказать, чтобы Ника что-то особенного сделал, просто сыграл от борта, и Кубзи уже потерялся. Почекается Кубзи Кукардика, и никто не успел за шайбу. Кроме деда, который завершает свой момент. 8-4. Весомо. Еще один наброс на синие, на красные ворота. И опять Никас там один. И опять удачный вынос. Опять удачный прием. Опять двое человек на Ника, но ему все равно. 9-4. Ну так вот. Постоянно с шайбой красной сейчас не получается вообще у синих ничего. Только какой-то вынос на ворота, но им тут же прилетает ответка. Там как раз шайбы 3, наверное, они пропустили. Заканчивают игру. Даняша здесь на Ника. Бросок от Тимы. Ну и, наверное, заканчивается игра. 9. Ой, или нет? 3 секунды. Ну, посмотрим. Уф. Не попал. Почти попал, да, там. Кубзи 9-4. Побеждает СССР в первом матче. Началось все более интересно для Игнис. Да, и здесь можно сказать, что решило индивидуальное мастерство, поскольку у Игнис были моменты, но они их не забили. А красные, наоборот, свои моменты реализовали практически со 100% показателем. Егорка Горанкет. Да, это вообще... Кстати, тут замена у СССР. Вместо Дэдмауса выходит Слендер. Интересно. Как это повлияет на баланс сил? Внесет ли немного хаоса мистер Сленд? А он может. Ну, в последних играх, как минимум на ранкеде, что я видел от него, он играл относительно уверенно. Посмотрим. Согласен, да, был, тоже я заметил немного. Здесь уже момент у красных, и дед здесь в касании все сделал правильно, но в перекладину. Выносит Кубзи на Тиму, неплохо. Там Фоксович в спину немного, но в целом нормально. Но там Никас назад, чуть-чуть не в попад. Закрывается атака, начинается заново. Кубзи на Фоксовича. Ой. От паники, походу, просто... Не понял, что он все-таки хотел сделать. Сленд на Ника. Аборт для деда. Дед какой-то непонятный был прием. Кубзи. Через клюшку не получается. И дед здесь выходит победителем. Выводит Никаса на удар и... 1-0. Это жесть, там было два игрока Игниса, и они не смогли отобрать шайбу. Но вот к чему это приводит. Не то что отнять, они ее потеряли. Они ее потеряли. Кубзи попытался через деда отдать назад, откатить, но дед не дурак оказался в этот момент, в этот раз. И все сделал правильно. Ника здесь принимает бросок.
вдоль ворот Тима. Господи, мне показалось, что Фоксович на воротах вообще стоит. Блин. Кубзи убирает двух человек, выводит Тиму. Тиму здесь обыгрывать надо, но он решает отдать. О. Сложно, сложно. Я думаю, он мог вовнутрь уходить и обводить там Слендера. Ну, слушай, я думаю, что все правильно делал. Он уже достаточно сблизился. Передача была хорошая. Фоксович просто загнул ключ. У меня все залагало в этот момент. Я не знаю, как там закончился этот момент. Ну, Фоксович что... подкинул шайбу и кинул ее куда-то туда. А, то есть это мимо было? Так точно. Я думал, сейф. Здесь вот Кубзи здесь затянется? Вы... Нет? Нет, нет, нет. Ника был первым. Здесь непонятно, Тима справится или нет с дедом. Должен справиться, да. Ух, неплохо, но там Ника на подходе. Опять они с дедом сталкиваются. Будут такие FPS drops иногда, очень редко. Потому что Егор стримит через Wi-Fi. Фоксович против Слендера. Ух, убирает хорошо, выигрывает двоих. Может. Классно было, конечно. Сейчас уходит. Ох, красиво. Ты, отличный гол. Все на тоненькую здесь закрыл. Корпусом отвел шайбу максимально далеко. Никто до нее не дотянулся. Офигенный гол. Ну, для Фоксовича, по крайней мере, мне такие нравятся. 1-1. Слендер. Не очень уверенный вынос, но дед разворачивается, успевает. Ищет вариант. Не находит. Искал Ника, но Ника прикрыли и вход. Хороший бросок здесь. Ну что же, Тима. Ну там сложно было сориентироваться. И вот тут уже, да. Ника! На ошибке. Йоу! Гвардик! Переигрывает просто. Здесь опять момент у Ника будет. Тяжело, сейчас будет, конечно, будет но... обидно. За Фукардика, по крайней мере, опять он сейвит чумовую шайбу. Но тут опять не смогли просто... Ой, я даже это... Сирену не нажал. Защита подводит вратаря сегодня. Им бы за такие сейвы нужно побеждать. Это у нас тоже всегда такое правило было. Особенно, когда играл Денис, там момент-то какой! Тима придумал! Можно и рассмотреть момент вообще. А что там? А? Ну, хотя не... Хотя... Ну, нет. Не знаю. Наверное, не знаю. Но Тима придумал, конечно, интересно. От борта, на ворота. И Даняша здесь придумал. Тут у нас сирены не заканчиваются, просто они постоянные, и 3-2 уже. Пожалуйста, вот и от Даняши момент. Как все быстро и стремительно-то. После фейсофа к нему шайба пришла напрямик, что ли. Просто он из ворот, по-моему, ее выбивал. Я даже не успел. Да, Даняша тут... После фейсов ошибается. Понятно, понятно. На двоих здесь Ника лезет, убирает. И выходит на удар и забивает. Очень просто. Тима мог сориентироваться, что Кубзи кроет правую сторону Ника. Мог сместиться, но не успел. Как удочкой помаячил там приманкой Никас и подсек. 3-3. Тима, хороший момент. Тима убирает двоих. Опять штанга. Да, не хватает четкости в завершении. Забивать бы им все свои моменты. И ух, здесь... Фоксович, ну, в никуда передача. Здесь Слендер. Но неплохо придумал, по крайней мере. Убрал Никаса на Кубзи. Том моменте, что хотел отдать передачу. И опять момент. И опять выше. Все мимо. Все в створ. В штанге... Каркас ворот, вот. Может сказать времени... еще момент. До последней секунды надо ребятам играть. 3-3, первый период еще только. Что я там начинал говорить, я сейчас вспомнил. За такие роскошные сейвы, которые могли изменить игру, нужно было прям рвать и метать. Вот когда еще Денис у нас играл за Нордиков,
Это мы прям, да. Нас это морально поднимало сразу же. Жалко, что наоборот здесь немножечко получается. Но здесь вдвоем игроки Игнис на одну шайбу полетели. Странная история. По-моему, Фукардик закрывает. То ли штанга, то ли Фукардик. Но здесь Фоксович опять ошибается. И что происходит вообще? Ну, успевают вернуться. Первый выиграли СССР со счетом там 9-3 вроде. 9-4. 9-4. Кубзи. Опять находит дед Ника. А тот находит деда, но нет. Успевает накрыть защита. Еще один прострел Фукардик выносит. Даняша. Оставляет. Опять оставляет. Ну, видимо, боится после этой шайбы. После этого еще сильнее боится, да? Тут и Ник уже вернулся. Не совсем. Успеет. Получается, Фукардик обратно. А какая передача? Ну. Но успевает. Кстати, все-таки сбил. Да, сбил темп атаки. И здесь что-то уже... Анкарамесси, что происходит? Да, прикол сейчас был. Это я подумал, что он запутался в себе, но все было по плану. Да, все 4-3. Пошло по плану. Все пошло по плану, конечно. Здесь это прям было прикольно. Фоксович здесь выходит. Может... Опять вялый удар с левой. Похожий сценарий. И Фоксович здесь накрывает пас от Слендера. Ой. Роналдо Чоп. Не рассчитал свою скорость. Ну да. Ника, свободный сленд. Да, не часто видишь его в итоге, какой прием тут хотел. Да, неплохо придумал. Сленд, но Тима там. Неплохо выводит опять Фоксович на удар. Бросок! И Даняша сейвит. Переводит в... Можно же. Ох, как хорошо-то! Молодцы. Это было неплохо от Игнис. Отличная стеночка произошла. Кубзи Фоксович 4-4. По-моему, Кубзи не забивал, по-моему, в прошлой игре, не помню. Да, он номинальный защитник. Я что вообще называл это имя сегодня часто. Да, он номинальный защитник все-таки, насколько я понимаю. И все же... Непонятно. В атаке катаются Тимба с Фоксовичем. Кубзи с Ника. И получается зацепиться у Кубзи... Придумать бы ему сейчас продолжение атаки. Ну, мне кажется, Фоксовича было бы предпочтительнее. Фоксовича было бы хорошо. 4-4 у нас. Передача очень сложная. Половина матча прошла. Ника здесь накрывает его Кубзи. Фоксович на Кубзи обратно не успевает принять. Не докрутил он вправо. Ух, здесь Сленд в касание убирает и начинает атаку своих. Там дед открывается и Ника... Ох, через двух проскакивает шайба Ника на деда. Фукард. Фукардик сегодня отлично работает на воротах. Фоксович здесь один в одного не убирает Сленда. Подбор за Тимой. Бросок не очень, но Фоксович. Ух, обратная. Вот та же технология. Кубзи здесь на подборе. Открывается Тима, открывается Фоксович по флангам. Вытягивает Никса на себя. Сейчас ей опять атака глохнет. Но Тима оторвался от деда. Можно вернуть, да. Да, возвращает. Вытянули на двоих на свою зону. Сейчас бы отличный пас на Фоксовича. Что, собственно, почти произошло. Прессинг от Тимы. Шайба уже у красных. Ника. Стоя. Выкатывает на деда. Кубзи там не сориентировался. Обыгрывает его дед. Все. Ну как обыгрывает? Он застопил. Ну, да. Сделал все возможное в этой ситуации. Молодец. Ну... Ника показывает там, что и кому как делать. Не получается. Фоксович накрывает. Даняша отмахивается. Не. Сами. Сленд на деда. Ух, здесь через центр тщетно могло закончиться, но в итоге еще лучше.
от синего, шайба падает в Ника. Ух, наброс на ворота. И один в одного. Здесь Фоксович против Слендера. Доходит. Тоже бросить удара, получилось, да, у него. Казалось, ого, что момент завершен. Но нет, довел до удара. Конец периода 4-4. Вот эта игра, наверное, прям вот равная. Ну, в принципе, похоже на прошлую. Но во втором периоде тоже закончилось со счетом 3-3. Да, но не сказать, что можно выделить одну из команд. Какую-то одну. Как-то они обе сейчас играют. И моменты, ну, есть, и игра идет прям туда-сюда. Да, и ошибки, и здесь нет такого явного перевеса. Не было еще, по крайней мере. И здесь Ника против Кубзи убирает. Накатывает на ворота и завершает. 5-4. Чего? Играй. Песня. Песня не играет. А почему? Сирены больше не будет. Так бывает. Так. Покомментируй пока. А, комментирую, да. Тут Фоксович набрасывал. Ой, Фукардик набрасывал. Да, не уверенно сыграл, чуть шайба ворота не залетела. И 2-1. Слендер, неточная передача. Кубзи будет первый на шайбе. Рандом какой-то пошел, я не. Ошибка от Кубзи. Опять будет опасно у ворот синих. Дед. Передача. Ой. На Ника. Гол. Ну вот сирена сыграла как будто бы по делу. Да, сегодня пока эксперимент с ОБСом и сиренами непонятно. 6-4. Если так, из преимущества Игнис будет на кросс. Ух, Даняша. Тима опять на другой борт. Фоксович там и Кубзи. Ну, Фукардик вроде первый, хотя, ну да, первый будет. Фоксович. Фоксович. Ух. Наброс. Ой, что здесь? 2-1. Ника. 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 Не поет. Ну вот вся игра в этом. Как бы Игнис атакуют, атакуют. И потом просто Ника забивает. Атакует вроде синий, забивает как бы Ника. Очень массивное количество уходят синие со своей зоны в атаку. Ника редко возвращается и всегда сторожит эту ошибку, вынос. И вот Ника на деда уже отпасовывает. Идеально упала на клюшка деда. Да. Передача. Он еще и обработать успел. 8-4, и да, вот этот сценарий точно повторился в третьем периоде для Игнис. На что здесь можно уповать? Да на все. На то, что Люкса не было. Ну а как бы может... Люкс, чтобы он более конкретно остался бы сзади? Да, может быть, это и помогло бы. Плюс Фоксович, Кубзи все-таки связка более уверенная, чем Фоксович Тима. Наверное. Может быть, вот эта схема, где Кубзи реально как бы остается в защите больше. Не знаю, закреплять. Ой, здесь что происходит? Я уже и мысль-то не могу сформулировать. Вот опять. Просто Ника остается один каждый раз, и ну, он всегда так запевает. Кубзи. Ой, ну тут уже расстроились ребята, по-моему. Слендер не получается у него отнять. Кубзи бросает... Улетает там Фоксович от деда.
Опять выстрел на Ника. Прием. Ой, не разбираются здесь красные, кто должен был эту шайбу принять. Фоксович опять удар мимо. Полторы минуты остается. Есть момент у синих. Опять удар на вес, пас. Тима опять за ворота. Фоксович здесь. Опять не очень удачно. Неплохая комбинация. Да. Второй раз сработало. Как бы... Можно и почаще делать. Фукарзик на Кубзе. Развернуться бы ему, либо отдать хорошую передачу, но в итоге передача не туда. Минута остается. Завершает, конечно, красную игру. Пас на Ника. Ника обратно на Деда. Выскакивает сразу на него. Дед. На Слендера, на вес. Неудачно. Фокардик. Наброс на Фоксовича. Принимает там Кубзи. Блокирует. Прикольно получилось. Да. Но... И вот здесь, смотри, Тима прикрыл контратаку. Он все-таки проследовал ей. Он ее понял. Но слишком поздно, мне кажется. Здесь Кубзи там какие-то... Мельницы вытворяет, вообще непонятно. Ну вот, но, Ник опять да. один. И Ник опять Ой. Один, и Фукардик. Что, зеркальный счет у нас, да? Да. Да. 9-4, 9-4. У нас вообще здесь новый человек в чате. Это так интересно. Лапи Лэпленд. Первый раз видит эту игру в жизни. Это прям интересно. А как ты попал на этот стрим? Просто интересно. Мы сейчас вернемся. Вот так выглядит игра от первого лица, где ты мышкой двигаешь клюшкой. Можно смотреть направо и налево. Вот. В целом все. Дальше уже тут сам учись. Прикольно. Прикольно. Просто гуляй по Твичу. Интересно, интересно. Это прикольно, что стрим на, что там, в среднем 20 человек, вот так вот внезапно кто-то на него наткнулся. Ладно, вернемся к итогу игры. СССР Игнис 2-0 в серии 9-4-9-4. Что? Схоже с лимонами? Или все-таки сегодня по-другому, Олег? Нет, нет, это уже другая игра. Все-таки по игре, как по мне, Игнис были намного лучше лимон с прошлый раз. Но здесь прям да. И СССР намного круче были. В итоге да. В итоге СССР нашли и вспомнили вот эту свою игру, наладили ее. Не сразу она пошла, да? Там где-то первая половина первого матча прошла под диктовку Игнис. Каким-то чудом. И завершали атаки, забивали. Не да, и держали забить. Шайбу, очень даже да. уверенно держали шайбу. Счет был 3-1, и потом просто их сломало пару моментов каких-то. В общем... Сравняли да. счет красные. И, пожалуйста, там уже фактор того самого человека, с которого мы начали. Сколько он в итоге забил? 8 из 9 шайб в последней игре. Да. Примерно столько же и в этом, и в первой игре. Спонсор сегодняшних центров — сломанная мышь. Сломанная мышь. Зачем покупать новую? Никаса сегодня. Добрый вечер. Поздравляем. Что это означает? Ну, у Ника сломанная мышь. А, вот. Сломанная это... Насколько ну, она сломана, чтобы в ней играть? Ну, видимо, не настолько сломанная, чтобы невозможно было играть. Сенсор срывает. Я не хочу брать временную замену.
Ну, подуй там вот сюда, вот я так справляюсь. Вот эту свою хреноту. Обычно помогает. Можно еще помолиться на мышку. Там, не знаю, что-нибудь еще сделать. В общем, АССР, наверное, занимает там первую строчку. А хотя нет, еще не занимает. Там же еще матч с лимонами. Там, наверное, лимоны с СССР будут сражаться за первую строчку. Не играли они, по-моему, еще, да, ведь у нас? Как бы тут из-за этого матча ничего в таблице не поменялось. СССР все еще третье. Ну, да. Или... И... Нет, вроде. На одно очко СССР обгоняет Игнес все-таки. СССР вторые. Ну, там главная заруба будет с лимонами теперь. Там они разыграют там первое-второе место. Не знаю, насколько это важно. Посмотрим. Но будет интересно. Проиграли Игнис обоим своим топ-оппонентам по группе. Справедливо. Да, и я так понимаю. Да. Ну, Лемонс, нельзя сказать, что прям справедливо, но проиграли. А здесь ну, уже как бы, да. Я бы сказал, что обе игры абсолютно точно продемонстрировали умение каждой из команд. Вот осталось для полноты картины еще завершительный матч СССР Лемонс. Вот. Пока, на мой взгляд, все закономерно. Игнис показывает отличную игру, но не могут делать это стабильно и на протяжении всей игры. Ну вот и Никас тут подтверждает наши слова. Тоже он так себя почувствовал. А мы с вами через 14 минут или, а нет, целых полчаса. Не, полчаса. 22:10, да. Не знаю, стоит ли завершать стрим или не стоит. Можно в целом поболтать, что-нибудь поделать. О, ну, бандиты! В любом случае, наверное, это. Ну ты иди. Мне все. Когда захочешь. Да. Вот. О, бандиты у нас. Группа А. Что там? Не понял, Никита, а про какой член вы конкретно говорите? Предлагаешь покомментировать вместе. Да можно, давай. Заходи, меняйтесь. Ладно. Как? Я тебе его даже добавлю, наверное, сейчас. Или, ну ладно, пожалуйста. Там сами. Хотя. Можешь уже. А, так, а куда я? Что делать все равно? Ладно. я пока что не могу. Почему-то. Ну, в общем, сами скопируйтесь. Mm-hmm. Да, всем пока. Я кто придет на игру? Есть предварительный состав? Ждать ли сюрпризов? Ждать Александра? Ожидать можете всего чего угодно. Все по ситуации. Все, всем пока. До свидания, удачи и так далее. Наверное, достаточно я показал этого первого лица. Вот. Ты пиво уже подходит у нас на стрим. Ой, на сервер. Сейчас. Вот, Лапи, да. Дискорд тебе показали. Пожалуйста, у нас там все происходит там. Это не стимовская игра, она вообще никакая, но какие-то подвижки там в разработке есть. История у игры, хоть она очень скрытая от публики, достаточно длинная, интересная. Разработчик, ну, коротко говоря, разработчик кинул разработку, занялся другим проектом более плотно, оставил этот. Но перспектива-то у него, конечно, была интересная.
Да, она и до сих пор остается. Мы вот в эту демку играем уже 10 лет. И ничего, играется нормально. Ну и вроде как там вот в этом или в том году объявился второй разработчик, который пытается сделать так, чтобы она вышла в Steam. Поэтому посмотрим. Приглашаем в Discord. Попробуй поиграть, там скачай игру. Типа секта. Ну да. Тут сколько у нас человек? 150? 200? В целом, может быть. Ну и все так по-домашнему, по-семейному уже. Поэтому новым лицам всегда рады. Вот последние там полтора, наверное, два года прилив. Прилив новой жизни, прилив новых людей. Это будет всегда приятно и правильно. Никита Таможанов хочет присоединиться. Давайте попробуем. Ку-ку. Ку-ку. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, слышно ли тебя людям, наверное? Да. Я надеюсь, мне ничего не придется менять. Ничего что... вроде не приходится менять, все вроде то же самое. И этот микрофон просто так долго настраивал. Да-да-да, слушай. Поздравляю с победой. Спасибо. Расскажи сам, может быть, еще что-нибудь по игре. Что там? Как ты ее пережил? Ну, на самом деле, у меня были сомнения изначально насчет центров. Я даже об этом с Вайбером разговаривал, что, скорее всего, я просто их не буду, я буду сдавать, чтобы верхний прессинг и ехать просто сразу же. Ну, сначала было больно, потому что я не знал, что мне делать с мышкой прямо внутри игры. Потом что-то более-менее адаптировал некоторые штуки. Там в основном с пасами проблемы были, на самом деле. Даже не с движениями какими-то, а именно передач, жесть была. Ты мышь сдергаешь в сторону 45 градусов, а она такая телепортирует тебе курсор вперед и клюшку убирает хер пойми куда. Ну, попривык, и нормально, и пошло. А если говорить в целом об игре, то, блин, ну это было, наверное, за последнее время одна из самых близких игр в плане напряженности. То есть вот даже мы с СН, если играли какие-то там турнирки, то даже вот когда мы Unity слили, там даже не то, что сложно было, там больше просто косяк в построении игры был. А тут как бы, тут интересно. Покатались, под прессингом посидели, там немножко попинал ногами своих за какие-то некоторые косячки в плане привозов, там были моменты. Не сказать, что критичный, но в начале игры, когда пытаешься создать отрыв, только ради этого играешь, и такие некоторые индивидуальные ошибки иногда сбивают, но главное вовремя, так сказать, начать вот эту серию шайб, парочку забросить безответных, и тогда уже к концу игры игра раскрывается, соответственно. И уже в целом дожать никаких сложностей нет, учитывая, что в целом скилл-кап игроков просто идентичный, за исключением каких-то вот некоторых индивидуальных штук, которые кто-то может выкинуть. В целом-то прям такая игра, как не знаю, как назвать, как будто одна и та же команда друг против друга играет. Ну, в целом, да, было интересно. И мне сам респект, опять же. Мне понравилось. Вот такой подробный взгляд со стороны. От мистера Ника. Благодарим. Что ждешь от игры с лимонами? Как думаешь, что там будет происходить? Что она, будет ли она что-то для тебя значить важное? Ну, до тех пор, пока это не плей-офф, особо не важно. К тому же из группы мы уже вышли. Опять же, если ты мог заметить, даже учитывая успех первой игры, мы все равно поменяли состав, потому что это мой следующий вопрос, да. Ну вот, я сразу, да, это объясню, что у нас
задача больше не о результате, да, а больше вот о том, чтобы построить что-то такое, с чем можно играть в любой ситуации. То есть, чтобы у нас не было такого, чтобы приходилось какой-то состав ждать, да. То есть вот Витя, который этот Маус, он вкатился в игру, типа, у него хорошие там передачки получались, в целом игроков особо не терял. И замена следует не из того, что он плохо сыграл, да, а чтобы просто вот этот турнирный опыт, турнирные наработки попробовать, посмотреть, как игрок себя чувствует, так сказать, в самой игре. И турнир, можно сказать, для этого, особенно учитывая, что это все-таки, как его называют, year-end турни. Это не третий сезон EHL, на который надо делать упор на результат, да, прям на 100%. Поэтому пока что нет цели прям супер на результат, есть цель. Вот, турнирный опыт, турнирный геймплей почувствовать, дать всем игрокам по возможности. Вот. Поэтому от игры с Лимонов я просто жду, что они предоставят вот прям такой, такую вот плотную хорошую игру, возможно, даже сильнее, чем мы сыграют. Я этого и жду. Чтобы загнать, так сказать, команду в критическую ситуацию, из которой придется выбираться, и это прям закаляет. Поэтому вот этого я жду от игры с Лимонами. Все понятно. Где-то мой вайбер, где-то мой ок. Так. На фоне что-то у Никса играет. Да? Кто-то там в чате отмечает. Слышно. Ну, я тоже слышу. Особо не напрягало. Странно. Ну, что-то слышно, да, на фоне. Вроде не у меня. У меня здесь тишина. Ну, у меня этот микрофон с Дискордом очень странно работает. Он может моментами начинать просто прерывать полностью голос. Поэтому тут... Причем у БС пишет четко голос, да, вот прям подряд. А именно этот Дискорд что-то тупит. Интересненько. Сейчас я перестарту Дискордик и вернусь. Mm-hmm. Привет, ты говоришь по-русски? Крис мне не отвечал давно. Тук-тук. Все, да? Ну, что-то сделал, посмотрим. Ну, что-то там говорят про шумоподавление. Не знаю, включить или выключить. Я даже не понял. Кто-то написал в чате, убери шумоподавление, Z. Если его уберут, то это будет еще сильнее, скорее всего. Не, сейчас нормально, по-моему, еще ничего нет. Ну, это до поры до времени. Ну, почему? Ну, я говорю, он странно с Дискордом работает. Александр 092 подключается. Это будет интересно. Если он выйдет в поле. Очень вообще интересно. Было бы прикольно, если бы Вайпер не вышел сейчас. Вот я бы посмотрел на этот геймплей, но я здесь исключительно. Да. Нет, я здесь исключительно из-за Вайпера. А, у вас ответочка тебе, да? Ну, конечно. Вот, Лапи у нас забивает свой первый гол. Всем спасибо. Пожалуйста, возвращайся еще. Вайпер нет. Нет, Олег, я не пришел обсирать Олега. Я пришел исключительно его восхвалять. И все его 43% точных передач. Прайс вернулся не сегодня, Слендер. Просто сегодня он сделал это официально. Ожидаем Винспирит в лиге. Было бы интересно. Возвращение. Собрать бы там вот ребят с Раффлс. Не знаю. Который, наверное, опять развалится, если судить по опыту. Меня больше испанцы интересуют, если честно. Ну, там пока тишина. Единственное, так что мы знаем, что чувак, который не отвечает, отвечает в других местах. Поэтому, я думаю, там вопрос решится быстро. А, но они, похоже, совсем не в курсе, да, как это все работает в организационном плане. Дискорд, он просто это, да, не понимает. В плане, не понял. Ну, в других местах отвечает ему кто-то. Нет, в Дискорде тоже. Имею в виду в других сообществах. Это от Эвры. Вот этого Наполеона. Информация
То, что он жив, здоров, но нам пока не отвечает, поэтому... Возможно, все решится на бумаге. Под трибунал его. Как зашли, так и вышли. Ну, можно же написать, что не, мы не будем участвовать, кто им за это что сделает. Они же, да, им же пофиг в целом. Да. Лаг-бандиты, значит, мы сейчас будем смотреть. Уже через 10 минут команда потихонечку подходит на лед. Кстати, о бандитах. Я сегодня покатал ранкет с пророком, и мне даже понравилось, что он потихоньку вот эту новомодную мету быстрой игры в целом понимает. Пророк, сказать, да. Что вот когда он вернулся, прям было заметно, что тяжело. Вот прям сейчас прям играбельно, то есть хороший добротный пик. Если о ранкете говорить. Поэтому я многого ожидаю, особенно если еще некор придет. То есть чисто в теории по именам, да, там, так подумать, может игра быть не такой односторонней, особенно если нуби пропрется на воротах. Это вообще будет чудо просто. Я бы с радостью на такую игру посмотрел, на самом деле. Давно от бандитов ничего не видно. А тут вот он некор забегал снова в игру, поэтому... Кто его знает. А за что ненавидеть Ника, спрашивает господин Лэппи. Да много за что. Он поспрашивает в сообществе в Дискорде, там много чего рассказывает. В основном за то, что он наилучший игрок. В целом. Я ж покраснел. По-другому не назовешь, да. Именно за это. Так. Александр на поле, судя по предварительному составу, Александр на поле. Поэтому мы надеемся. Кстати, я бы уж не стал так вот прям какую-то великую в этом искать интригу. Играли мы товар с Оаками вместе с Александром и проиграли. Александру товар. Поэтому он сейчас поднабрал игровой практики. Много играет на ранкедах, много играет на товарах. Достаточно активно проводит время сейчас в хоккее, поэтому позиционно, по крайней мере, и шайбу отдать Алекс способен. Ну, это правда в целом, да. Я выдвину теорию. Когда у него повысился пинг, мне кажется, ему стало проще играть даже. Знаешь, то есть, если мы берем вопрос пинга, да, то есть низкий пинг, это у тебя моментальный инпут, а чуть повыше пинг, уже ты начинаешь именно плавать в игре слегка. И вот с этим инпутом, с пингом, возможно, ему просто удобнее в это играть. То есть оно может не так быстро срабатывать, как он хочет, но сами движения меняются, и поэтому... Может, ему просто удобнее стало играть. Потому что, да, я соглашусь с тобой, там относительно того, что я видел в последнее время, прогресс хороший. И я и передачки многие хорошие заметил. Вот играли они, господи, с кем же они играли. Первый турнир, самый, по-моему, их Оаков. С НЛ они вроде играли, если я правильно помню. Там неплохие раздавал. Правда, он с Юнити не играл, насколько я помню. Угу. Там Тёма в защите и реверсизи поменялись по игре. Зипа первая игра. Кстати, удивительное для меня решение, что Зипа на первую игру вышла, а не реверсию. Но по итогу во второй игре там как-то интересно все сложилось. Ну, так же я путаю с вашим матчем. А у вас прям так же было, да? Ну, реверсия не вышла на первую игру, и мы ее проиграли. А, да, я перепутал, значит, с вашей игрой. Вот ваша хорошая заруба. Тоже интересно было. Пока передачки считал себе. Интересненько было. Про пинг, да. Согласен с историей. Мне, допустим, вот раньше, когда пинг был где-то в районе, не знаю, 50, может, какое-то время, там вот
серединные года карьеры я намного лучше бил. Потому что удары, вот да. Это вот типа тяжелая клюшка почему-то бьется ей намного приятно. Точнее, как-то вот она вот, вот как-то по-другому реально ощущается. И помню, когда пинг внезапно стал намного меньше, прям в два раза упал. Может, интернет лучше стал, может, я уже не помню. Потому что начинал я вообще там с 90, наверное. Потом пинг стал падать, где-то остановился на 60-50, а потом стал 20. И вот там я прям, мне не понравилось. А сейчас, привыкший там к 20, любое движение влево или вправо на 5 пунктов сразу все меняет. У меня звонок телефонный пока, подождите. Алло. 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 А, я нажал микрофон выключить. Вот сейчас начало быть слышно. Так, что тут у нас? У нас уже составы-то на площадочке. И вот опять Viber LV2 почему-то стоит. Почему? Непонятно. Ну ладно. Так, я вернулся. В стрим, по крайней мере. Пару моментов рабочих. Куч, я вижу имя. И в основе? Да, я вижу это имя. Так. Но бы место не оставили. Может, из-за пинга? Я помню, пиво как-то на воротах стояло достаточно неплохо. Минимум на уровне. Да, было дело. Я тоже Summer помню. Summer Cup это был? Или раньше даже? Или может даже осенний прошлого года турнир? Тоже может стоял. Почему Viber LV? Расскажите мне.
Ну, Зипа неплохо тоже на С стоит. Ну, по статистике, вайберы там, по-моему, процентов 80, у Зипа меньше. Ну, может, вот, ниже полтоса точно. На турнирке Зипа я в итоге смог засыпаться и даже начал чуть-чуть выигрывать. Да, я видел. Во второй все закончилось на вайбере. Ну, там, по-моему, одну ты или две зацепил. Вот. Считал, мы пока еще изучаем эту науку, что-то экспериментируем, следим за другими, пытаемся что-то сделать, надо поменять логотипы. Вот сейчас я... Это пингозависимая техника, на самом деле. Чем ниже пинг, тем быстрее ты идешь, тем шейбу. А... Правда, там есть фактор второго касания. Если игрок вторым номером правильно играет, то он тоже как бы может сбить клюшки выигравшего, выбрасывая, так сказать. Но все-таки пинг в первую очередь здесь. Потому что ты благодаря спавну с шифтом и бусту изначальному ты спавнишься буквально около шайбы. И чем раньше ты можешь дернуть клюшку, тем лучше. А наперед иногда играть сложно по пингу, просто потому что не предскажешь, куда шайба отлетит. То есть у меня какая теория, что любую шайбу набросить ты должен контролировать, куда она отлетит. Иначе бросание нет смысла, в принципе. Поэтому вот конкретно с этим интересно. На самом деле я уже успел себе 10 раз разочаровать, что я эту штуку придумал. На самом деле это просто это худшее, что я придумывал в игре. Там, ладно, бросок там со скоростью прикольный. Там, прием шайбы тоже такой. Не сказать, что его можно было придумать, там просто изловчиться надо было пару раз, и само как-то начало получаться. Но вот это вбрасывание, это просто это жесть. Так у меня вайбер ушел, я думаю, что мне на центре делать? Я год не играл, да? То есть отвык уже. Такой, ну-ка, придумай что-нибудь побыстрее, просто чтобы шайбу забирать. Так и вышло. Спасибо большое. Ага. Наверное, да. Тоже я был очень рад. Но зато... Теперь страдают все. Да, зато теперь это как-то превратилось в что-то более важное, чем раньше. Не так много было внимания стандартному фейс-оффу. Но с момента вот этого как бы буста правой кнопкой закидывая голову началось с этого, да. На площадке команды. Следим мы сейчас за вайпером. От первого лица. Специально Лэппи. Бандиты Ок. Ньюби пиво. Некр Пророк. Куч все-таки присел на замене. Также присел и Александр. Выходит убийственный состав Уака. Хаул, Зипа, Вайбер, Реверси. В каком плане убийственный? Для обороны команда убийственный, для своей же или как это? Ну, самый основной, который, наверное, мог быть самый сильный. Ну, по сырому скиллу возможно. Более атакующий, как бы, да. Где нет, опять же, вот этого закрепленного защитника, как в какой-то там схеме. Кто им... станет и нужно ли здесь кому-то им становиться, мы увидим. А у бандитов, наверное, если поменять некро на куча, можно вернуться на 10 лет назад. Сразу же окунуться в этот прекрасный хоккей. Очень мне хочется посмотреть на именно этот состав. Но, боюсь, испанцы не придут на игру, чтобы там поэкспериментировать. Настраивается ли мышка? Ну, Никит, ответь на этот вопрос правильно. Можно ли настроить мышку в хоккее? Только виндовыми или маком. Ну, то есть... В панели управления, короче, все, что ты можешь сделать. Это максимум. Ну и в софте своей мышки. Какие-то есть всякие штучки
вроде диспетчера задач, которым можно менять слегка. Так, тем временем игра началась, у нас тут бандиты выиграли первое вбрасывание. У Пива интересный подход, кстати, к фейс-оффу. У него свой, свой способ, немножечко отличающийся от остальных. Это я заметил. Вот я, кстати, проглядел, я на радар смотрел по привычке. Ну вот, обрати внимание, у него другой немного способ. На ранкеде я как-то, по-моему, увидел разок, и это работало. Зипа. Ну, перевод в свободную зону, там, вайпер. Зип открывается, оставляет его вообще. И отличный пас на Зипа. Зипа. Ой, ну прям подвез в упор и бросил в клюшку уже без угла там. Там, ну, без на опыте уже такое не пускается. Так, реверс спокойно на Зипа. Катают сейчас. Ух, здесь ой-ой-ой. Привозик и пророк. Ух. Ум. Ну, пока пристреляться надо, конечно, но могли сейчас открывать счет бандиты, вопреки бумажным каким-то, наверное, предсказанием. Выходит 2 в 1 здесь. Реверси на замахе, но успевает вернуться синий. Уж слишком как-то по-детски решил реверси разобраться. Обменялись моментами команды. Полторы минуты, и счет 0-0. Пока вот индивидуалка. Только Зипа. Вот индивидуалка мешает голы забивать. Оп. Вот вам индивидуалка. Блин. Казалось бы, такой не совсем... Хороший прием шайбы, довольно простой, но... Ну да, 1-0. Здесь потеряли в пространстве всех. Ага, интересно. Ну ты понял, да? Да, да, да. Он прям давит туда, чтобы прям шайбу подальше забирать. Прикольно. Надо будет попробовать. Очень Вайпер простой здесь... раскат. Да, ну, на коротке совсем здесь разыгрывают. Простой. Некр засыпается. Но нет, Зипа на подборе. Сломались у меня. Есть, есть вайбер. Сирен. А, я могу по классике. У меня же программа-то заведена. Я же могу как обычно. Так, я не слышу этих сирен. О! 2-0. Второй бросает. Такой неуверенный пас от Ховла. Но опять просто бандит разваливается. Это хороший хит был. Пиво. Прям в нокдаун такой нормальный отправляет реверси. Пророк с шайбой. Опять такой набросик на ворота. Ой, здесь некр засыпается. Около него никого нет. Бросок свободный угол. Но Хоул там дотянулся. Хоул все-таки исторически один из лучших вратарей лиги, если вот вспоминать. Это у нас Датмаус, там Денис условный, да? Теперь из новомодных Федерико. Угу. Там Серг где-то рядом обитает, возможно, доедет тоже до этого уровня. Ну, он-то набирает ход, Хоул, конечно, да. Хоул вчерашний... бы я тоже отметил. Или какие-то там позавчерашние матчи были веселыми от Серга. Да, причем он... его... Почему он резко так взлетел, как вратарь? Потому что он играет по полевому. То есть он не сейвит бросок конкретно, как вратарь, а он блокирует его, как бы он был защитником. Поэтому это слегка смущает на первых этапах, так сказать. Это к этому надо привыкать. Пас, за ворот здесь на реверсе, зону. Да. Левый от 1, 2, 5, 10, 3-0. Совсем зажались к себе бандиты. Прям вот. В таких случаях, в первую очередь, надо попытаться просто не дать проехать, а не блокировать бросок. Потому что для этого вратарь все-таки. Чтобы попробовать поймать. Так удать, давать продвигаться вперед нельзя, конечно. О, отлично, отлично. Пиво поборолся с реверсью, и некор. И вайпер там не помешал, наверное, все-таки. Ну, он, смутил. Да. Смутил, да. Некор не получилось. 2-1. Ну, не совсем удачный пас, извините, хоть он и прошел. На закрывал, блин. Да такое, конечно, не прошло бы даже с Ню, например. А Олег снова убирает спокойненько в сторону и забивает на индивидуал. 4-0. Пиво.
И выигрывает центр. Уф, реверси из воздуха вытаскивает. Здесь преждевременное решение, потому что шайба уже была в контроле Вака, а так по итогу это обернулось в борьбу, но 2-0. Зипа бросает. Эх, ну... Ну что такое? Встала игра на рельсы. Вак атакует и опять завершает свои моменты почти со 100% вероятностью. И была пара попыток у бандитов-то была. Прям таких голевых две точно было, или три момента, но там не реализовали. Коли пас от Эверсена больше, но случайный акцент, поэтому и не дошел. Ну, 5-0 получается, у нас заканчивается первый период. Не в одну калитку, так сказать. Кто знает, как бы там обернулась игра, если бы Пророк первую закинул, например. Ну, да. Может, игра бы в панику ушла, кто его знает, как выходит. Немножечко посмотрим. Ну, что есть, то есть. Ну, Зипа понял, как с этим бороться. Просто вот ставить это... клюшку. Этот фейс-офф, это прям классическая сейчас разыгровка у Ака. Они играют ее всегда. Да, фейс-офф выигрывает на вратаря, вратарь отдает как бы влево от себя. Там уже ждет игрок. И ну, это прям, она не меняется, это истина. Это аналогично Игнису. Почему я сдавал центры во второй игре? Потому что просто шел тупой заброс на наши ворота. То есть это либо у нас верхний прессинг, либо подбор шайбы у себя за воротами, и типа это всегда работает. Ух ты, Пророк. Игра это не корректируется. И такой. Очень дешевый. То, что она попытка произошла, это уже здорово. Ну да. Возвращение легенды. Ой, зачем воздух-то? Ну. Должен воздух, шайбу поднимает, игра уже открыта. Все в итоге четко получилось. Вайбер здесь. На двоих. Это Вайбер все-таки. Нас спиной встречают, никто не притормозил и спокойно до ворот докатился со своей зоны. Конечно, реверс уже отыгран был, его можно было и не крыть, поэтому тут такая коллективная ошибочка. Бум. Чиной брос. 0. Реверси не отдает. Но потому что я это потерял. Не катит на Вайбера. Вайбер пытается в касание на Зипа. И доходит в итоге шайба-то каким-то чудом. За ворота и сёкца, но... Может быть, хотят, чтобы он забил. Бросок. Хороший бросок. Ух, там... Ну, я зря. Ну, шайба же летела. Красный, по-моему, да? Да, Олег сбил. Так, Лэппи вопрос. Можно ли... шайбы попасть в тело. Вот тело и коллизии не имеют здесь. Только между собой. Шайба в них не попадает. Только клюшкой можно потрогать шайбу. Вот. Так в что, этом представь... и есть некая прелесть этой игры на самом деле. Ну, свой точно есть момент, естественно. Обходит мир, представь, обходит. Каково быть вратарем в этой игре, в этих огромных воротах с этой маленькой клюшечкой. 7-0 тем временем. 7-0 тем временем. Во всех шайбах поучаствовал игры. Вайбер. 4 гола, 3 игровых ассиста. Ты их прям так называешь? Интересно. Ну а как? Как их еще назвать? Ну, да, поэтому мы и компенсировали эти ассисты тем, что мы добавляли те, что игра не засчитала, чтобы хоть как-то сравнять рандомный ассист. Подсчет со стат всегда был либо как бы человеческим, либо мы просто забивали и считали, что там игра увидела. Поэтому сразу у нас вторая игра начинается. Да. Прям вообще. О! И... Одна легенда на другую меняется. Куч еще не выходил, по-моему, у нас на поле в этом сезоне, как бы в этом турнире. Кирилл Кучеров, господа. Ну и со стороны Уака тоже. И вышли Тёма с Алексом вместо Зипа и Реверса. Ротация. Здесь уже ради ротации точно как бы понятно. Точно. Запрос с самого начала игры от Ховла. Что-то в духе Игнис.
Некр принимает, обыгрывается с пива. Пиво тут достаточно ловко разбирается, но Тёма не настиг в итоге, переводит пиво на куча. Эх. Ну как ржаво сейчас было такие. Есть паста Вайбера. Не совсем удобный. Можно было просто подкинуть перед собой шайбу. Пятак свободный, но... Там ладно. Тёма, может, ищет. Да, но не очень. Понятненько. Хорошо находит. И кормит Кучеров. Себе процент передач, я бы сказал. 43% никуда не годится, я считаю. Еще один точный. У Вайбера 43% точных передач? Да. Представил твое лицо сейчас. Я напоминаю об этом примерно каждые 10 минут. Прикольно. Я что-то даже не обращал внимания. Надо. Ты ее сам знаешь как-то. Интереснее посмотреть на табличку. Сижу, считаю как-то, а потом смотрю. Оп. Вот сейчас вот нафармил уже за 50 точно есть. Бросок. От Алекса и, по-моему, Ньюби. Было бы интересно сейчас посмотреть в реальном времени, как они там, ребята на квартире, друг с другом уживаются. Вайбер тем временем здесь убирает всю команду. А, здесь вот. Отлично. Почитал момент передачи. Сидят эти Алекс с Ньюби и толкают друг друга локтями. Да. Я их попросил. Вот можно, пожалуйста, вы спинами друг к другу сядете и камеру на это выведите? Мы это выведем в трансляции, но... Контентище. Вот это контентище. Вот это было прикольно, да. Тёма грустно стоит на синей линии, ждет передачи. В итоге очередной неточный пас. К сожалению. Ну, я... Какой принцип, может, кто там задавался вопросом? Если пас заходит до изначально своей задумки, а не просто доходит до игрока как-то до отскоки или случайно, то это уже не точный пас. То есть только те, которые по изначальной задумке и своему своей траектории попали в игрока, то такие считаются точными. По крайней мере, в моей, так сказать, в моей философии. Поэтому реальные проценты именно дохода шайба одного игрока к другому могут отличаться. Тем временем здесь... бандиты в такой неплохой атаке. Зажали втроем в зоне. Все тут 6 полевых сейчас были в зоне ВАК. Пиво закатывается обратно, но все игроки закрыты. Вот Куз здесь чуть-чуть выкатывается, но закатывается обратно за Тёму. Некор сам себя отыгрывает. Тёма катит на Вайбера, но перехват. И здесь... Тёма как-то неудачно расположился. И у Некра есть шанс все-таки открыть счет. Усложнил он, мне кажется, немножко сам себе задачу. Мне уже показалось, что он потерялся. Но нет. Угадал. 1-1. Тоже люблю так делать. Интересно подвести шайбу к вратарю и постараться именно... максимально просто ему забить, чтобы он начал сомневаться, так сказать, в следующий раз, паниковать. Вопрос такие тут в чате к попасам от Серга. А если ты попал точно, но тот, кто принял, закосячил и ее не коснулся? Да, если игрок не принимает простой пас очевидный и промахивается по шайбе, там в любых моментах, в любой категории передач, в том числе в ключевых, то это считается как точный. Вот так. 1-1. Игра развивается чуть иным образом. И Пиво отлично, попытался Тёма тоненько сыграть. Тёма прозрел этот момент, увидел его. Сколько перекрыл опытных игроков на площадке? Судя, ну, по... Ух ты, что там? Там Вайбер ткнул ПКМ в момент подставления шайбы, клюшки по шайбе. Интересно получилось. 2-1. И Александр. 0-9-2. Классическим дальним ударом. Бросок. А по опытным игрокам? Ну да. Здесь, наверное, только Вайбер выбивается из этой... Вместе с Холлом, может быть, чуть-чуть выбивается. Ну, из... они года на 3, может, меньше всех. Ну да. Ну, относительно остальных, прям вот... Да, это правда. Вот они, наверное, здесь новички.
Все остальные прям такой старой гвардии. Перевод здесь на Алекса. Прием. Отличный прием. Но установил шайбу крутящий. Да. Не разобрался, что с этим дальше делать. Пиво. Много у него попыток сейчас дриблинга. Получает шайбу, не теряет ее. Ух, нет, здесь время. Есть момент для удара. Некар. Бросок. Мимо. Ховал любит такое. Ховал любит. Он любил тоже за меня, играя на последних секундах, отдавать сопернику под бросок. Мы несколько шайб таких пропускали как бы в играх, которые должны были по 7-0 заканчиваться. То есть это прям привычка Ховал. Такая не самая приятная. Но 2-1. Это уже, так сказать, что-то. Ну, поинтересней. Не видели мы особо именно куча с шайбой. Ну вот, пиво с некром засыпается. Да, Ньюби здесь сыграл. Тёма торопится. В итоге шайба у бандитов. Пиво разворачивается, на него выкатывается Алекс. Но там Вайпер прочитывает момент. Бросает. Бандиты пытак. Сами себя тоже закрыли. Один катился в зону уже спиной к игроку. Попытка здесь пиво сыграть на кучу, но для кучи это будет супер сложный момент сейчас. Бросок. Хороший по направлению бросок. Так, отлично. Ньюби. Опять очередной дальний сбивает. Надо в ответочку кинуть уже. Куч неплохо отдавал на пиво. Пиво здесь ничего что-то не придумал, но дикой шайбы получилось. Некор нет, не успевает. Вайпер на Тему. Тёма. Ну, опасный был пас. Повезло, что он прошел. В итоге чуть трехходовочка не получилась, но Алекс все равно с шайбы пробрасывает на Вайпера. Ну и последний момент. Там куча, кажется. Да, помешал. Это... Вайпер на коротке. Ой-ой-ой, ошибается. Ну, успевает отреагировать Тёма, но выкатывает там, по-моему, некор на пиво. Прикольно. Хорошо. Вот это была такая волевая шайба, я сказал. Казалось, накрывали защитники некро, но тот успел выкатить. И пиво не ошибся. 2-2. У некро всегда была хорошая техника, просто он пренебрегал, возможно, количеством игрового времени. Так бы, возможно. Не, да, некр в форме давал жару. Это однозначно. Ух ты! Оскар Эмиссер. Отлично, отлично. Вайпер как на она Алекса. Прошла вообще? Алекс обратно, и Вайпер там зацепился. Принял шайбу в воздухе и завершил. 3-2. Ну вот, благодаря Вайперу в целом и такому составу приходится. Ух ты, пас через центр не принимает Вайпер. Я крикнул, потому что мне показалось, что это Алекс это сделал. Это меня очень сильно удивился. Я нагляделся на приема. Куч. Нормально. В целом. Много вот этих вот бесцельных сильных передач. Или поперек, или по флангу. Прямо защиты. Прямо очень много. Но им сложно. Играет мало. Поэтому прям вот что-то, чтобы прям что-то сейчас получалось. Ну вот видишь, вот есть моменты. Но много. Опа. Панических еще Ньюби. Моментов, да. Ньюби опасно. Ответочка Ховлу? Нет, нет. Передача в воздух открытого игрока, к сожалению. Хоул, дриблинг. Это будет третья попытка броска, видимо. Да, он готовит бросок. С голом хочет сегодня уйти и забрасывать. Нет, перекладина. Ньюби, наверное, уже был отыгран. Разворачивается Вайпер. Некор. Какие-то неуверенные можно передачи. На куча. Будет дальний он... борт бы от сколько отдать. Ну, нет, наверное, это пока не бандиты. Некор подбирает. Некор есть справа место, Алекса. Да. Наверное, бросок. Бросок, штанга. В целом неплохо. Ух ты, Алекс! Что творит-то? Хороший что пас. Он делает? Отличный пас на Вайпера. Да. Очень просто. Сейчас Алекс, конечно, продемонстрировал нам, что он 0.9.2 все еще
принял какую-то такую шальную шайбу, обработал и отдал. 4-2. Вот вам и пинг, вот вам и подтверждение теории. Возможно, возможно. Так, Некар успевает первым. Но нет, Тёма здесь. Кучеров замахивается. И там провал в защите Уака был. Видел это куч, видимо, поэтому и... Махнул, ну, так махнул. Вайпер здесь. На тоненького. Жмутся к воротам, жмутся к воротам. Жмутся, ну а что делать? Ну, в целом, самый простой выход из ситуации именно дать себе установку. Крыть направление движения и оставить вратарю именно эти вот броски. Пускай там он бросает этот вайбер, да, но мы попробуем помешать. О, больше такого. Совсем ворота летела, правда. Мне кажется, просто мимо дать, было. Дать им дать бросать игрокам, просто закрывать определенные направления движения. То есть игрок никуда не денется, если ты там стоишь. Всяко лучше, чем пробовать с вратарем сейвить. Ну, как по мне. Ну, здесь уже ничего не сделать. Ну, там было... По задумке-то все неплохо. Ну, чуть-чуть в исполнении. И Тёма здесь правильно расположился. 6-2. Фоксович, Егор, научи третий отрезок играть. Это имеешь в виду в игре? Мне бы еще кто-то сказал. Ну, это, скорее всего, о нашей игре, да. Ну, я понял, да. Я как раз писал про это, что давят, а дожать нету. Mm-hmm. Нет вот этой на полной дистанции уверенности в действии. Да, мы с Олегом разговаривали на эту тему. Если как бы команда должна играть от начала и до конца абсолютно одинаково, несмотря на счет. Именно в плане давления там на ворота и в целом. А когда ты ранжируешь для себя вот отрезки игровые, то это уже как бы заранее игру проигрывает, я бы сказал. Да. Неплохая формулировка. Бросок от Хоула очередной. Защитники там друг с другом. Ньюби и Некар. О, какой прием. Да. Сложнейшая ситуация. Правда, ЛКМ зря здесь. Вайпер опять засыпается. Не оставляет шансов. Пас на Алекса. Прям услышал крик Ньюби сейчас в сторону Алекса во время этого сейва. Я прям его слышал. Пиво. Здесь атака тем временем ответная. Ух ты. Позиционная такая. Немножко в обратную не в ту сторону, я бы сказал. Да. Ух. В итоге превращается в бросок. Холод здесь, возможно, здесь. Да, на ты это и делал. Сейчас и будет искать Алекса, я думаю. Находит. Ну, это же не я там, чтобы такое давать. Ну зачем же в спину? Пиво на Некро. Прием почти. Зачем же клюшку вывернул в другую сторону? Да, 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 да. Немножко неправильно расположил клюшку. Ньюби, опасный момент. Какую сторону опасный? Ну, вот в ту, в любую. Как повезет. Ну да. 50 на 50. Пока что да. Вот опять эта привычка ЛКМ нажимать, которая меняет по ним. Подсознательно ЛКМ мешает понимать диапазон движения своей клюшки. То есть всегда вот, если ты нажимаешь ЛКМ, ты думаешь, что у тебя клюшка может двигаться дальше в сторону. А во время нажатия ЛКМ не меняется диапазон. Меняется только вид. Очень многих игроков сбивает такой. Так, пиво. Отличная идея. Ну да, там, ну, там создали плотность защитники, не получилось. Холл опять бросает, там Алекс... А и обрезается он, да, опять. Здесь прием. На двоих можно сообразить, в итоге подхватывает третий пиво. Третий приехал. Да, приехал третий, наверное, бросок. Неудачно, срезалась. Тёма здесь задом, передом, в контроле. В итоге Нека выходит победителем. На куче. Почти прошла ведь. Ой-ой-ой. Ошибается? Нет, не ошибается. Это же привычка из таких прям плотных, сложных игр, индивидуальных, потому что такой пас — это уже ошибка скорее. Ой. Какая-то просто куча мала происходит сейчас. Хоул на Алекса, на неудачный Некар подбирает шайбу в сторону куча.
куч против Тёмы. Ух ты. Отлично. Ух ты. Уф, уф. Кучеров. Ховал снова отдает. И ведь да, заслуга Кучерова. Создал прессинг. Чуть не пришло это к голу. Тем временем счет 6-2, полторы минуты. К Мерси это может приблизиться, конечно, достаточно быстро. Но стоит похвалить, наверное, и бандитов тоже. Побольше у них было моментов. Вот, неплохо было от Куча на пиво, но, опять же, защита это видит так же хорошо, как и бандиты. Алекс неудачный будет, наверное, первым. Приел, вроде бы хорошая передача. Алекс. Ух ты, прострел. Вот Куча же не первый раз подобным образом снимает вот такой прострел. Угу. Видимо, чувствует вот это вот положение. Я знаю, что Вайбер пытался сделать, но это мы оставим на будущее, когда у него такая сплошь. И Алекс. И теперь я услышал Алекса второй раз уже. Возможно, даже до гола. 7-2. Две шайбы до Мерсерула. Ну, здесь двоих разыгрывает Тёма с Вайбером на свои софа. Туда-сюда, обратно. Тебе и мне приятно. 8-2. Здесь пиво должен был забирать в то время. Это вот здесь, да? Пушечка вверху. Сам Змейка едет, а не выпрямляет пик. Один гол остается, 40 секунд. Сейчас опять, наверное, будут играть на холла, чтобы он закончил игру. Личный тем брос... временем там срезка от своих. И хэт-трик от Алекса. Хэт-трик. И все очки с нового Вайбера в каждом деле он получил. Да. Ну вот не будь бы Вайбера, кто вот тут как бы игра сложилась? Ну с реверси. Вот с реверси даже. Вот интересно. Это вот интересный вопрос. Но... Ну, давайте переиграем. Так, да, согласен. Я готов проголосовать по этим вопросам в чате. Ради контента. 2-0 в серии у Actress против The Bandits. Ну, никаких сенсаций. Да, вторая игра прошла чуть более плотно. Дошла до третьего периода, почти до конца игры. Но там залетела пара шальных таких. Не получилось у бандитов реализовать все, что они создали. Они создали. Тем не менее. Они создали кучу. Вышел в поле. Поздравляем. Была пара моментов интересных. Много было ошибок. Ну, по крайней мере, вторая игра подарила борьбу. Это радует. Да, да. Спасибо, наверное, ОАКам за смену команды. Почти полную. Поздравим Александра 092 с неплохой игрой. Продемонстрировал технику. Прием. Пас. Забивать может. Молодцы. Молодцы. Да, и с Алекса с личной победой на дубе можно поздравить. В дуэли. Сейчас они за чашкой чаю обсудят. Расскажут, кто там кому и как забил. Да. Как только он... Там шайбы отразил и так далее. Так. Так, ну... Закончилась у нас вся эта наша история. А УАК уже первое место в группе, да? Да. Они, да. Они, у них там в теории уже 100% первое место. Там борьба будет, но наверное, их... только уже... Да уже даже и не будет, наверное. Их никто но... не сможет уже. У них, в принципе, по поражениям. Да. Нордики, по-моему, точно второе. Если они завершат все свои игры с победой. Юнити там третья. В третьей группе резня будет за строчки. Да, 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 да. Да и во второй тоже неплохо. И во второй тоже будет. Ну, за четвертое место еще интересно будет посмотреть.
С каждой группы по 4 выходит, да? Да. Немного я потерялся в регламенте, когда пытался понять, как команды друг с другом будут играть. Там посмотрел стримец. В целом, интересно должно быть. Там НЛ или бандиты, например. Но вот победа в очных встречах бандитов с НЛ, наверное, продвигает бандитов на 4 место. Скорее всего. А у НЛ с кем игры остались? С нордиками. С испанцами. И с Кокс. Ну, давай будем считать, что с Кокс уже сыграли все. Ну, значит... Ну, тут интересно будет, это правда. Вот, наверное, здесь четверка уже, наверное, прям ясна. Ну, сейчас тебе Крисп наколотит шайб в свои ворота, вот будешь веселиться. А. Не выпускаешь его, не выпускаешь, если он как зайдет, ух. Ну, в прошлом он играл. Причем довольно неплохо сыграл, правда, там. Во второй игре по пасам плохо было, сколько я помню. Да, у него бывают моментами супер, моментами чуть-чуть не очень там. Посмотрим. Что с Кох, Егор? А ну их нет. Скорее всего, не будет. А если их не будет, то просто эти матчи запишутся 7-0-7-0. С теми, с кем они не играли, и все. Я подобного ожидал на самом деле. Тут кто-то залетает, какие-то рандомные чуваки и огромный стак. Ну, ни разу на серваках не появляются. И с Хёрном, так же было и с Карантеной, они брались из ниоткуда. И тем Хер, не менее... Хер не знал, то Оргар, как минимум, я его знаю почти лично. Поэтому он, если он капитанил, то там было понятно, что они, скорее всего, сыграют. С Карантеной, да, правда. Но эти вообще ни разу не появились. Мерсерул тоже из ниоткуда, и сыграли уже, по-моему. И товары играли. Вот тот легендарный товар как раз-таки... Мерсерул и Карантина. Прям интересно было. Я помню, они, по-моему, на Франкфурте играли, да, даже? Да. Как-то я ведь заходил. Паблетта, капитан Кокс, по словам Ньюби, известный чел из другой игры. Наверное, из-за этого футбольчика, да? Они не стали играть. Кстати, совмещать несколько соревновательных лиг, это и правда такая не самая простая задача, особенно если игроки в разных командах сидят. То есть вот мы сейчас там, я, Вайбер, Дед и еще один Дед, мы попутно играем в соседнюю соревновательную игру, похожу. И есть проблемки с расписанием, чтобы совместить сразу две игры. Как раз то, что в разных командах сидят. Я думаю, там то же самое, они просто сделали полный фокус на свои игры, поэтому как вышло, скорее всего. Вот так. Там во второй группе у нас борьба еще за первое место предстоит. И четвертый там кто? Ла Сьюдад или Раффлс? Нет, Раффлс другой команд. Раффлс или Пицца, по-моему. А, ты про вторую. Да, вторая. Да. Там Ла Сьюдад и Блэк Булл. Который, наверное, тоже будет предрешать. Ну вот, в итоге... Ласидат есть поражение в овертайме. Ну вот там, да. То есть за вот эта игра, с которой не зацепились с Игнис, поможет. Наверное, Блэкбуллам надо побеждать обе игры. Обе игры с Ласидат. Что может произойти, может и не произойти. Тут там вот тоже будет интересно. А здесь третий... На Блэкбулл бы стоит, на самом деле. Третий у нас вообще, по-моему, топ-матчей до сих пор еще не... А, нет, сыграли же вчера IC Packfuckers. Да, только можно без спойлеров, пожалуйста, чуть-чуть? Я пока не это... Молчу. Сегодня, может, или завтра сяду с ней. Там просто надейся на чат. Потому что тогда в него не смотри на всякий случай. Да. Но нет. Сыграли IC с PF. Пока мы не видели Альянс с топ-командами. Вот. Жуч, как тебе матч? Я легенда, ты... Мы переживали за тебя. И комментаторской кабинкой болели. Да. Почему это мы не читаем чат? Залетел на стрим, накидал кучу комментов. Значит, матч удался. Никас,
Как тебе пасы Олега в этих манчах? Спрашивает Александр 092. Ну, блин, получше, но все равно говно. Вот. А шоу, вот а шоу, да? Я что, зря его полтора года учил шайбу отдавать или что? Что это такое? Какие 43%, Олег? Здравствуйте. Не расстраивай, пожалуйста. Как на меня люди смотреть будут? Кого я ВОК отдал? Так. Что у нас еще интересного будет? А, еще что у нас там в третьей решается? Группе Пицца или Раффлз, да? Выйдет. А и сыграли Пицца с Раффлз, и Пицца победила, поэтому... Наверное, именно Пицца выходит четвертой командой, да, из группы. Поэтому еще вот... Наверное, только основная супер интрига в группе Б осталась. Ну да, есть такое. Блин, хоть бы сетка с Альянсом свела, я хочу с ними поиграть. Мы с ними играли один раз, это еще ВСН было, я не помню. Что-то после этого я уже полгода с ними не играл товары, по-моему. Наверное, это какая-то тактика, и они ее придерживаются. А ладно, пускай придерживаются. В общем, давайте, наверное, заканчивать. Сейчас сам пойду на товар. Наверное. Игнис СССР. Уок. Бандиты. Олег Вайпер. Никита Ника. Егор Егорка. С вами были сегодня. Всем спасибо за внимание. Приятных четверга. Согласен. До свидания.